Вот наша гостиница. Гостиница Юлия. И мы идем на море. Время 8 утра почти. Угу. Почти 9. Как? 7:54 время. А-а-а. Почти 8 хорошо. Пипец. 8 часов. Это я встала в туалет, а потом вижу, ты заходишь. И видишь меня. Ну вот, меньше минуты, и мы на море. А, нет, минута есть. Ладно, 2 минуты, и мы на море. Так и будет. Как, 1.5 минуты прошло. Ну да. Здесь что? Народу никого. Хорошо. Ну, конечно. Тут я сейчас народ-то возьму. Все закрыто. Все дрыхнут. Лавочки, может быть, 8 откроются. А, уже спуск. Ну, люди есть. Ну, их не так много. Ну вот, в общем-то, и море. Ну-ка, пляж посмотрим. Ну вот такой вот. Пойдем поближе посмотрим. 4 утра. Ну что это? 4, ты и так нормально. Вот здесь раскладываю прям. Вот, короче, кухня, чайничек, столик, микроволновочка. Такой вот вид из окна. И вот он, номер наш. Вот наш номер. Тут творческий беспорядок.
Пока тут все раскидано, конечно. Вот двухспальная кровать. Вот диван раскладной, разложенный. Вот из окна опять же такой вот вид. Вот такой вот вид из окна. Из другого окна. Вид вы уже видели. Тут море у нас. Дальше что у нас тут? Телевизор в номере есть. И санузел. Вот санузел. Вода холодная, вода горячая. Мыло даже есть жидкое. Вот, еще есть стаканы, там 4 стакана. Ну, в общем, вот такой вот номер. Сейчас от питания еще отключу, телефон заберу. Одиннадцатое июля, 10:00 утра. Все еще пасмурно. С утра, кстати, тоже было пасмурно. Кажется, был дождь. А тут местная достопримечательность стоит. Лайфхак, чтобы не убегало ничего из кастрюли.
Да, потому что это не то.